Всем привет, с вами Подтекст. И сегодня мы будем разбираться с насущной проблемой экшн-камер GoPro, а именно с рыбьим глазом, искажением широкоугольного объектива камеры. Если видео будет вам полезно, а оно будет вам полезно, раз вы его смотрите, поставьте, пожалуйста, жирный лайк, подпишитесь на канал и заходите на мой Boosty. Может, будет желание что-нибудь задонатить. Ссылочку вы видите на своем экране, также она есть в описании к этому видео. Итак, не будем сильно затягивать. Вот я подготовил проект Premiere Pro из видосов со своей GoPro 7 Hero Black. Немногие знают, что это исправить можно в один клик. Итак, что мы видим здесь? Дверь лифта. Она изогнута. Заходим в эффекты. Пишем. GoPro. Двигаем ползунок. Удаление искажения объектива. Кидаем эффект на наш видос. И вуаля! Проблема решена. Из трех настроек можно добавить любой. Видео, конечно, кропнется немножко, но не критично. Особенно если вы создадите новый эпизод, например, под 2К, и скопируете туда этот таймлайн. Несмотря на то, что разрешение здесь 1080, на 4К он неплохо работает. Дабы облегчить всем жизнь, мы заходим в проект, создаем корректирующий слой. Если у нас много футажей, кидаем его поверх и фигачим туда этот эффект. Можете посмотреть, что получилось. Вот здесь, например, я бы добавил немножко другой. Вуаля! С эффектом, без эффекта. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!